Всем хай! Сегодня видео будет не по теме заработка. Хочу рассказать про грядущее обновление. Подписывайся за полезную инфу. Пиши свое мнение в комментарии. Ну а я приступаю. Будет добавлена локация Темный лес. Это будет самая большая локация в игре. Имеется слух, что без противогаза на болотах будет не пройти, из-за высокого содержания метана в воздухе. Добавит новую базу. Она будет доступна для захвата группировкам. На ее территории будут появляться контейнеры с разными деталями. У клана, владеющий этой базой, будет доступ к уникальному верстаку. А это склад военной части. Тут будет находиться база для сталкеров, складовщиком и торговцем. Темный лес будет более открытой локацией по сравнению с караваном. База Техтранс — еще одна укрепточка для группировок. Будут добавлены несколько новых мутантов, но пока что известно только об одном. Когда-то это существо было человеком, но в результате долгих мутаций он имеет высокую скорость передвижения. Удары молниеносны, при атаке есть шанс заразить сталкера паразитом. При этом пить и есть будет хотеться в два раза больше, а радиация и прочие негативные эффекты выводятся быстрее. После обновления все фракции будут разделены на мелкие группы. Накопленная репутация будет разделена между всеми фракциями. Отрицательная репутация обнулится. Система прокачки будет полностью переработана. Вместо стандартных пирог будет древо навыков. Весь опыт будет суммирован в один, игроку будет выдан соответствующий уровень. Завезут новый античит. Динамика движения персонажа будет переработана. Подписывайся за полезную инфу. Пиши свое мнение в комментариях. До скорого. I'll be back.